сегодня победить, но победит сильнейший. 6 минут 30 секунд осталось нам узнать основного времени матча. Кто это будет? Лэнг у армейцев. Так, сделал он попытку спрятать. Говоря о том, что там Зисис готовится убегать. И Генри Домеркан, 9-й капитан команды Петр Самойленко и 12-й Сергей Моня. По-прежнему отсутствует в составе «Динамо» из-за травмы колена Дмитрий Домани. Без нарушений правил играли команды и из-за боковой. Баскетболисты «Динамо» вводят мяч в игру. Домеркант, получив заслон от Евтокоса по высоченной дуге. Фоцис пытался за счет индивидуальных действий освободиться, так и не навелся толком ни на один из заслонов, которые ставили ему Евтокос и Домеркант. Ну а Генри, просто спокойная динамовская скамейка запасных. Домеркант замены не просит и забивает второй забивает штрафной. Подобные броски в исполнении Траджина в рамках Евролиги почему-то. Ведь в национальном первенстве просто потрясающий процент реализации бросков. 57 у Лэнгдона был до... Евтокос очень хочет получить мяч в позиции центрового, но пока игнорирует партнера его просьбы. А Домеркант продолжает свое соло по высочак. Мяч не касается ни кольца, ни щита. Домеркант переводит мяч в передовую зону, обыгрывает в лицевую Зисиса и колотит сверху Генри Домеркант. Состояние сродни экстатическому наблюдается сейчас в динамовском секторе. Армейские болельщики безмолвствует, назовем это так. Домеркант, 16 очко Генри, 59-49, теперь плюс 10 у «Динамо».